Всем привет! Сегодня вашему вниманию хочу представить ролик об изготовлении вот такого пчеловодного ящика. Сразу говорю, что это прототип. Я раньше не делал таких ящиков, но пришел к тому, что мне очень нужен какой-то органайзер, скажем, такая общая сумка, где я могу одновременно, скажем, положить и все, ничего не забыть, и чтобы это не мешалось, не было единым каким-то комом. Я использовал вот такое вот раньше, возможно, и буду использовать, вот такое ведро каменщика. Все достаточно удобно, все помещается, но, опять же, все перемешивается и непонятно, где что искать. Сам по себе получился, конечно, не совсем легкий этот ящик. Делал я его из щитов, которые склеил. Это сосна. Ручка сделана из ольхи. Внизу есть две, надеюсь, будет видно, две ножки таких. Вот такой вот получился у меня ящик. Собирал я его на конфирматы. Конечно, если делать его полностью столярным, это у меня в планах, из хорошего дерева, возможно, подарочный вариант, то я обойдусь вообще без крепежа металлического, соединю все только на клей и там шканты и ламели. Вот такой ящик, краткий обзор. Те, кто хочет посмотреть, я покажу сейчас, как я его изготовил. Остальным пока. Для желающих встретимся через мгновение. Еще раз всем привет. Я продолжаю ролик и начинаю рассказ о том, как я буду изготавливать пчеловодный ящик. То есть ящик, который нужен пчеловоду для работы на пасеке. Не надо путать с ящиком для переноски рамок. Как вы видите, у меня на столе размещаю щиты, которые я склеил. Я взял обычные, старые уже, сухие деревяшки, отфуговал, отресмусовал, склеил щиты, собрал. Дальше пропустил через рейсмус уже готовые щиты. На фуганке поработал с кромками, чтобы они были ровные, 90 градусов по относительно пластику. Ну и прежде чем начать, наверное, разговор о том, как сделать ящик, как я его буду делать, надо разобраться, для чего. Я уже сказал, что для работы пчеловода, но тем не менее надо понимать, а что мы будем класть в этот ящик. Ну, по крайней мере, я что буду класть. Вообще я использую вот такой вот ящик. Этот ящик называется ящик каменщика или плиточника. Ну, не суть. В этом ящике у меня топливо для дымаря. Ну, иногда здесь. Иногда это вот такие пакеты от яиц, вернее, коробки. Иногда это гриб-прутовик. Чтобы это поджечь, нужен газ. Также есть у меня вот такая вот, называют ее росинка. Здесь либо сироп, либо вода иногда бывает нужно. Также есть у меня вот такой вот девайс, которым я пару раз пробовал пользоваться. Достаточно удобная вещь. На улей закрепляется и сюда размещаются рамки при осмотре. Не надо их ставить на землю. Но ввиду того, что она громоздкая, ее не всегда удобно носить. Порой я ее забывал. Ну, щетка иногда пользуюсь, хотя чаще стараюсь пользоваться перьями гусиными. Но вот эти уже поистрепались, надо искать новые. Ну, конечно же, это пчеловодные станецки. Я пользуюсь двумя вот такими. Это на всякий случай вилочка. Иногда надо что-то вскрыть. На всякий случай спички, если газ не работает. Ножик большой. И ножик канцелярский, даже два. Соответственно, лезвие. Также у меня лупа, так что зрение не очень. Ну и такие вот заглушечки у меня есть для ульев пенополистирольных. Это одна часть. Ну и для работы с матками у меня есть разные виды захватов, чтобы поймать матку. И для того, чтобы пометить матку. Само собой есть опалитки. И приспособление, чтобы эти опалитки приклеить и клеить. Ну, в самих опалитках есть еще клей, понятно. Вот, чтобы это все сложить, чтобы это всегда было под руками, я решил сделать этот ящик. Сейчас уберу. Ну и главное, что я не сказал, это, конечно, дымарь. Он у меня сейчас в другом помещении, поэтому... Ну, вы понимаете, что дымарь тоже нужен, я буду это учитывать. Прежде чем начать работу, я сделал небольшие чертежи, наброски. Вот так вот будет выглядеть мой ящик. Ну, я предполагаю, что он так будет выглядеть. То есть, по сути, это будет двойной ящик. Ящик с двойным дном, если видно. Это основной отсек, где я буду хранить все, что я вот показал из повседневного набора. И здесь будет еще такой выдвижной ящичек. Здесь, скорее всего, будут приспособления для работы с матками. Также будет ящичек, который будет передвигаться. Там будут какие-то сиюминутные инструменты, которые можно отодвинуть. Будет крепление щетки. Ну, вот так можно посмотреть более детально. То есть ящик один будет выдвигаться, второй будет ездить внутри. Сделал я, если можно так сказать, чертеж, деталировку с размерами. И по этим размерам я буду работать. Если вдруг кому-то нужны чертежи, вот, сейчас. Вот еще один чертеж, где я разобрал все детали уже в пространстве, отметил их все размеры, чтобы мне было удобно работать. Ну, можно поставить либо на стоп-кадр, если кто-то хочет повторить именно это, либо я сделаю уже чертеж готового изделия и прикреплю его под этим видео. Потому что в процессе работы, безусловно, будут какие-то изменения. Для начала, при помощи своего уже подготовленного чертежа, я сделаю разметку всех деталей, напилю в размер и встретимся с вами уже после этого. Я не вижу необходимости показывать это детально. Но суть сводится к тому, что, во-первых, мне надо... понять, где какая деталь будет находиться, потом с помощью либо торцовочной пилы, либо с помощью пильного стола я сделаю все заготовки. Здесь есть у меня одна заготовка, вернее, одна деталь круглая. Ручка, я ее сделаю на токарном станке. Займет тоже немного времени. Если у вас нет токарного станка, можно сделать ее либо... ну, не знаю, квадратного, прямоугольного сечения с помощью шлифмашинки, либо фрезера обычного, ее скруглить. Можно взять просто черенок от лопаты. Тут нет никакой разницы. Ну, как вы могли видеть, я сделал предварительные разметки. Это без учета еще пилы, ну, прохода от пилы. То есть я сначала отторцую, дальше откладываю необходимое расстояние, отпиливаю. И на чертеже я делаю пометки деталей, то же самое я делаю на дереве. То есть, чтобы мне сразу понимать, где что у меня будет. Изготовил я детали согласно своей деталировке. Получились вот у меня боковинки высокие, которые... боковинки вот такие и, соответственно, дно. Сейчас мне надо, ну, для того, чтобы показать, как это будет примерно. То есть вот так это будет выглядеть. Вот очертания ящика. Ну, так, и сверху вот такая штука. Не все не помещается в кадр. Но начну. Сейчас чуть позже станет все понятно. Начну свинчивать вот с этого короба. Вот такой короб у меня. Начну с него, буду свинчивать на конформатор. Для начала мне надо закрепить, так, надеюсь, видно. То есть вот у меня две детали. Здесь я провел разметку того, как я буду делать отверстия. Собирать я буду на конформаты. Вот такие. Ну и, соответственно, специальным сверлом засверливаться. Но для этого мне надо сделать прямой угол. Чтобы собрать, я буду использовать вот такие ступцинки угловые. Соединять я буду, как сказал, на конформаты и, соответственно, конечно же, на клей. Сейчас нанесу немного клея. Клей нанесен. И теперь буду при помощи, как я сказал, струбцинок позиционировать. Самое главное не ошибиться, куда что входит. Вот ровная у меня получилась плоскость. Теперь беру шуруповерт и делаю отверстие в те места, которые я уже наметил. Я сделал их карандашом и потом шилом сделал наметочку. Сразу убираю клей, который выступил. Так, первая часть готова. То же самое сейчас делаю со второй. Здесь также есть у меня отметки. Есть позиция вверх. Все, у меня есть очертания ящика. Дальше я могу продолжить сборку. То есть у меня есть вот такие вот боковинки. Кстати, вытащил я ручку, которую мне надо будет сюда поместить. И сейчас соберу ящик, как это предполагается. И, соответственно, с другой стороны, сверху я ставлю еще вторую. Ну, не так, конечно, вот так. Теперь собираю ящик целиком. Ну, начну я вот с этих вот, с боковых. Для того, чтобы собрать боковые стенки, мне надо сделать разметку, где я буду крепить крепеж, можно сказать. Я знаю, что вот так вот у меня будет собираться. Здесь у меня расстояние 7,2. Мне надо по центру засверлиться. То есть я делаю 8,2 для себя сейчас. Вот эту разметку для саморезов. Вернее, да, это разметка для саморезов. Это центр. Теперь мне надо сделать, ну, раз стенки у меня 18, значит 9 миллиметров беру. И сейчас такую же делаю разметку здесь. То есть линия, по которой будет идти крепеж. Продолжаю сборку. Боковушки буду сюда крепить. Для начала смажу клеем. Ну а теперь мне надо спозиционировать все достаточно точно. Для этого я прибегну к помощи больших струбцин. Здесь у меня есть отметка, могу перепровериться. Позиционирую по нижнему краю. Здесь мне надо немножко подвернуть. Соответственно, перенести метку, наверное, надо будет. Здесь сливидную метку сделал, ну, слишком далеко. Поэтому я по этой линии просто позволю себе сделать еще одну. Беру, опять же, собрал я половину уже своего ящика. Вот так вот он выглядит. И чтобы вторую крышку мне приложить, мне надо вставить ручку. Потому что я сделал ее, ну, с небольшой росточкой. Диаметр 30 вот этого отверстия. Ну и, соответственно, 30 посадочная. Здесь у меня 39. Надо смазать клеем. То, что сделано, сделано и отверстие, и проточка таким образом, чтобы оно очень плотно заходило. Возможно, это моя ошибка, потому что я не учел, что это сосна, она может треснуть. Ну, сейчас посмотрим. Вот. Все, вошло и вышло. То есть то, чего я хотел добиться, надеюсь, видно. Возьму тряпку. То есть место посадки, оно у меня скрыто самой ручкой. Надеюсь, видно. Все. Теперь я смело могу делать вторую часть. Либо вторую, либо как ее называют. Переднюю, заднюю. Могу смело теперь делать вторую крышку. Здесь уже позиционирование будет намного проще. Сейчас я промажу все клею и продолжим. Ну вот уже ящик обрел контуры свои. Вот так вот он более виден. Вот такой получился ящичек. Может, чуть поближе. Ну, не скажу, что он легкий, но из фанеры он был бы еще тяжелее. Сейчас я обрежу ручки и начну нижний ящик делать. Закончил я сборку ящика, как вы видите. Собрал его полностью. И также сделал вот такой ящик. Маленький, который будет вставляться сюда. Вынимается он с двух сторон. И, соответственно, в две стороны он задвигается. Здесь есть несколько отделений. Склеил я его тоже из сосны, но чуть меньшего размера. После того, как я обработаю ящик лаком или маслом, еще не решил, я поставлю сюда по два гвоздика с каждой стороны, которые будут, загну их, чтобы они не выходили. Ну, также сделаю, хотя здесь, в принципе, ручка никакая не нужна, он продвигается с другой стороны свободно. Так, есть один ящик. Также сделал вот такую коробочку, тоже из бруса, она, вернее, из щита мебельного. Вот здесь она ходит. Но основное назначение вот этой коробочки лично для меня — это скидывать сюда ну, восковые какие-то отложения, то, что срезается, восковые срезки. Потому что всегда это приходится сминать, класть в карманы, а я сразу буду складывать сюда. С этой стороны сделал я из двух таких брусочков, склеил уголки. Это будет у меня для дымаря. То есть здесь будет располагаться дымарь. Большую часть времени дымарь находится на пасеке, но тем не менее, возможно, он пригодится. Здесь я сделал такое небольшое отделение для щетки, которую можно сюда положить. Ну, также есть у меня такие щипцы для того, чтобы доставать рамки, но пока что я не нашел, куда их положить. Ну и, собственно говоря, можно теперь заполнить. В принципе, все основное сюда положил. Еще перышки пускай лежат. Ну и не забыть, конечно, перчатки. Тоже сюда лягут. Ну вот, это основное, что у меня получилось, то, что не надо. Если делать выводы, понятно, что я сейчас делал прототип, я этого не скрываю. Я попользуюсь некоторое время сам этим девайсом, инструментом. Сразу можно сказать, что он получился такой достаточно увесистый. Что бы я изменил уже вот сейчас, в данную минуту? Ну, во-первых, скорее всего, здесь у меня получилось щит 18 мм, возможно бы я его сделал 15, может быть и нет. Я бы сделал, может быть, тоньше ручку, вернее, мне надо было ее проточить, сделать здесь просто тоньше. Ну, это я учту. Ящик, ну, в принципе, ящик пока что меня устраивает. Ну, в любом случае, надо будет попользоваться этим и посмотреть, что надо, какие вещи здесь целесообразно оставить, что надо убрать, что надо изменить. Поэтому буду смотреть, буду думать, и потом сделаю уже другой. У меня есть задумка сделать несколько таких подарочных из хорошего дерева, может быть, из термодерева, что будет еще легче. Посмотрим, все еще впереди, надеюсь. Вот такой вот ящик сегодня я предложил вашему вниманию. Пишите, критикуйте. Самое главное, продолжайте смотреть мои ролики, а я буду продолжать усовершенствовать этот ящик. На этом всем пока. Пока-пока. До свидания.